Геральт из Риви, убийца бестии из Баклера. Подойди. Нашим соизволением так будет отмечен ведьмак, кой по нашему приказу избавил Баклер от ужасной бестии. Пусть этот символ напоминает всем, что ведьмак навсегда останется другом Баклера. С тех пор, как ты пропала, я живу с мыслью о том, что подвела тебя. Прости меня, сестричка. Ты простишь меня? Ваша милость, к вам в дом вломилась какая-то личность. Я пробовал задержать, но меня и слушать не пожелали. Кто там еще? Боюсь, ваша милость, даже представиться не соизволили. Чем так воняет? Ты хорошо выглядишь. Эй, не стой так. Обними меня. Ты что привезла? Гаркаяна из Ангрена. Я убила его. Сама. Поэтому ты уехала из Карараса так внезапно? Я даже не понял, что случилось. Нашел только записку «Не ищи меня». Я просто остолбенел. Глупо вышло. Но я все время чувствовала, что я в твоей тени. Что я задохнусь, если не выйду из нее. Поэтому, когда увидела этот заказ в Ангрене, то поняла, что должна его выполнить. Сама. Без няньки. Я тебе не нянька. Я верю в тебя. Как тебе мой дом? Красивый дом. Только ремонт, пожалуй, не повредит. Да, я об этом уже думаю. Может, выйдем наружу, покажу тебе сад? Как же здесь красиво. Я могла бы остаться здесь навсегда. Что тебя удерживает? Да, собственно, ничего. Я убила Гаркаяна, получила награду. Пожалуй, мне полагается небольшой отдых. Без всяческого сомнения. Как сказал бы мой дворецкий. У тебя есть дворецкий? Его зовут Варнава Базиль. Это он впустил тебя в дом. Я скажу, чтобы он принес тебе фруктов и чего-нибудь попить. А ты можешь валяться целый день. Ни о чем другом я и мечтать не могу. Ты так представляла себе жизнь ведьмачки? Геральт, мне ничего не надо было представлять. Все-таки перед тем, как разойтись, мы кое-что пережили на пути.
Быть подмастерьем не то же самое, что быть мастером. До мастерства мне еще далеко. Но я стараюсь. Впрочем, я училась у лучших. Я старался лишь передать тебе то, чем сам владею. Я вообще-то про Эскеля и Ламберта. Так что, не жалеешь о своем выборе? Конечно, нет. Я делаю то, что хочу делать, и стала тем, кем хотела. Думаю, это одно из необходимых условий для счастья. Не хочется мне никуда идти. Посидим здесь еще немного, дружище. Посидим, мой друг. Мы были свидетелями и не однажды виновниками судьбоносных событий. Теперь же, после стольких трудов, нам полагается отдых. Да, полагается.